Всем привет! С вами снова я, Лео Парканский. Как вы видите, я без Даши, потому что каникулы уже заканчиваются, и я у себя дома. Но не стоит унывать, ведь уже скоро школа, занятия по танцам, вокалу и актерскому мастерству. Сегодня мы будем готовить вкуснейшие макароны с сыром. Они очень вкусные и легко готовятся. И я вас уверяю, ваши дети будут их есть с удовольствием. Для этого нам понадобятся макароны, фарш из индейки, сыр моцарелла и чеддер, натертые томаты, сливочное масло. Можете взять обычное, а можете взять, как у меня, с беконом. И лук. На самом деле, я не люблю лук. Хоть и мама и говорит, то, что он дает приятный аромат, но я не буду его добавлять. Макароны мы варим, как обычно, до состояния аль-денте, 8-9 минут. Варятся макароны, мы обжарим фарш на сливочном масле. Чтобы сливочное масло не горело, мы добавим капельку растительного. Итак, выкладываем мясо. Разминаем фарш на мелкие кусочки и обжариваем 5-4 минуты. Итак, вода закипела, фарш горит, можно выкладывать макароны. Странно, ты себя привезла, вставай, я тебя привязал. Я твой самый близкий бой, это ближний морской бой. Ты мой краш, либо я, либо никто, это шантаж. Я приду одна на твой этаж, покушаюсь на тебя, твой типаж. О-о, ограниченный тираж, мистер Фольфов. Поиграем мы в консоль, это мой-мой. Ты мой сахар в этом злой, да, любой-мой. Ведь ты поступок не со мной, не за нами, вот. Добавляем протертый томат. Солим, перчим по вкусу. И тушим на небольшом огне 5 минут. Итак, готовые макароны выкладываем к фаршу. И хорошенечко размешиваем. Итак, наши макарошки и фарш готовы, выключаем. Итак, форму для запекания выкладываем половину макарон и фарша. Посыпаем половиной сыра. Выкладываем оставшиеся макарошки и посыпаем сыром. Итак, отправляем наши макароны в духовку при температуре 200 градусов на 7 минут. И смотрите, какие у нас румяные макарошки получились! Давайте скорее пробовать! Tacos, 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 tacos.